И к новостям города. Одному из крупнейших вузов Казахстана, казну имени Аль-Фараби, нанесен ущерб в 200 миллионов тенге. Об этом стало известно сегодня во время судебного заседания по делу мошеннических действий бывших бухгалтеров вуза. Напомню, скандал разразился еще в прошлом году. Деньги, которые платили студенты за учебу, фактически не дошли до получателя. По меньшей мере, в сети мошенников попали 200 молодых людей. По словам адвоката, представляющего интересы национального вуза Алишера Абдыкалыкова, некоторые студенты узнали о своей якобы задолженности уже после окончания университета. Правда, в эту историю они попали и по своей вине тоже. При оплате они не требовали чеков и могли передавать деньги третьим лицам. Тем не менее, мошенники-бухгалтеры от ответственности вряд ли уйдут, а университету уже начали возвращать положенные выплаты. Благодаря принятым мерам, в основном главный бухгалтер там, значит, принимал меры, вот, работники казну, и огромная часть этой суммы погашена. На настоящий момент осталась непогашенная сумма, значит, 58 миллионов плюс 5 миллионов, это 63 миллиона, которые, значит, были похищены этими тремя бухгалтерами. Пока идет судебное расследование. Вот. Когда, значит, она будет закончена, естественно, суд примет решение в отношении подсудимых. Напомню, в деле замешаны не только бухгалтеры, но и несколько студентов вуза. В итоге некоторым пострадавшим пришлось повторно платить за учебу в Альма-Матер.